Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодня, девочки, я хочу поделиться с вами своей радостью, скажем так. Я думаю, что это будет интересно каждой хозяюшке. Я вообще каждый Новый год, у меня такая традиция, я себе делаю какой-то подарок, сама себе. И, ну, всегда делаю такой подарок, который вот как-то, знаете, давно хотела, все думала, размышляла, не решалась. И обычно под Новый год я себе такую вещь покупаю. И в этом году я решила себе купить хороший, качественный погружной блендер. Тем более, что у меня уже треснула чаша на моем старом блендере. Но у меня старый был такой дешевенький, знаете, такой весь пластмассовый такой вот. И я, конечно же, решила, что, ну, это прямо знак. Вот сейчас мне привезли как раз мой погружной блендер как раз перед Новым годом. Так что буду еще на новогодние праздники, наверное, в нем что-нибудь готовить. Вот, и я хочу вместе с вами его распаковать, показать его и поделиться с вами своей радостью. Итак, девочки, я сняла только вот эту пленочку, чтобы не шуршать. И хочу вместе с вами распаковать. И вы себе не представляете, как я в последнее время радуюсь покупкам для дома. Ну, наверное, каждая хозяюшка радуется этому, да? Вот, так что давайте вместе с вами откроем. Значит, здесь гарантийный талон. И вот всякое вот такое, руководство по эксплуатации, книга рецептов. Книга рецептов — это, конечно, класс. Я такое люблю. Смотрите, какие всякие штучки интересные. Обязательно почитаю, посмотрю. Так, у меня вот такой вот он именно. Так, вот все внутри упаковано. Смотрите, как классно, девочки. Специально хочу вам показать. Давайте будем доставать потихонечку. Смотрите, как все запечатано, да? Чтобы ничего, не дай бог, не побилось. Так, это вот как раз у нас бутылочка. Такая вот, это вот вообще классная такая тема. Я у многих видела вот такую бутылку. Мне так все время хотелось тоже. Мне кажется, это классно. Особенно вот летом этим я прямо вот у многих видела. Вот такие есть отдельно, ну, смешивается, да. Вот такие вот бутылочки очень, смотрите, она какая прикольная. Для смузи у меня дети очень любят, там, знаете, воду со всякими ягодками и тому подобное. Летом вообще вот это у меня будет супер актуальная вещь. Да и сейчас, наверное, тоже. Смотрите, какая классная бутылочку. Давайте сюда поставлю. Посмотрим, что тут такая штучка. И венчик. Ой, и вот этот вот стаканчик. Вот это тоже мне очень нравится. Вот такой стаканчик. Здесь у нас на 600 миллилитров. И это у нас штучка для венчика, да? Оп. И вот такая вот у нас идет классная штука. Так, дальше давайте вот эту большую откроем с вами. Это крышка, я так понимаю, для бутылки. Сейчас мы дальше распакуем, девочки, посмотрим. Для бутылки вот этой, да, насколько я понимаю. Ой, девочки, вообще у меня прямо такое, прям такая радость. Вы себе не представляете. А здесь, смотрите, видите, 4 лепестка, очень много. Такие вот, видите, ножи очень острый нож, прям вообще. Так, и это вот такая вот, я так понимаю, вот сюда бутылочка, да? Так, вот такая вот. Ну, вот эта бутылочка вообще класс. Девочки, бутылочка больше всего понравилась мне. Вот эта вот чаша, я ей больше, чаще всего пользуюсь. Я в ней, знаете, измельчаю лук, булочку для котлет, котлеты делаю, которые рыбные, да, когда вот немножко рыбных котлет, тоже обычно измельчаю вот в такой штуке, но здесь, конечно, вообще очень добротно сделано. Очень, девочки, смотрите, какой нож острющий. Вот такая чаша на, получается, максимум 500 миллилитров. Это вот эта сама погружная часть блендера. Вот этого, видите, здесь какие не три вот этих лепесточка, а 4.
и это будет классно измельчать. Вот это плюс огромнейший просто этого блендера. Смотрите, металлические ножи, металлическая насадка, вообще супер просто. Просто, девочки, везет вас тоже. Агрегат, вот так вот он выглядит, такой достаточно тяжеленький, весоменький. Вот. Так что, девочки, вот такая вот у меня штука. Вот так вот, да, выглядит комплектация. Вот она же здесь на картинке. Новая сумочка не вызывает столько восторга, сколько новая техника для кухни. Да, я думаю, что со мной многие согласятся. И здесь, видите, что мне больше всего нравится? Здесь по 4 лезвия. Не по 3, как обычно, а 4 лезвия вот в этой. Посмотрите, какая прелесть. Нет, вы посмотрите, это же вообще все металлическое, все добротно сделано. Я не знаю. И можно и, получается, смузи делать, и орехи, и лед. Вот здесь вот, видите, указано. И овощи, мясо, орехи, лед, делать коктейли, смузи, все, все, куча всего можно сделать. В общем, девочки, и вот такая еще потрясающая книга рецептов. Я ее тоже сейчас полистала, посмотрите, и пюрешка. Пюрешка. У меня, кстати, домашние очень любят пюре. Вот, соответственно, для меня это, конечно, тоже очень актуально. Ой, слушайте, ну вообще. Вот, тоже всякие рецептики вот эти. Вот это бисквитное тесто. Очень интересно. Вот, так что вот такая вот у меня, такой у меня подарочек, можно сказать, новогодний. Я очень давно хотела, конечно, хорошая техника для кухни, это, ну, полудело реально. Я безумно счастлива, и вот эта бутылочка, но летом это точно будет моя, прям вот, смотрите, какой нож классный. В общем, я просто, не знаю, просто в дичайшем восторге. Вот эта штучка такая тоже, видите. И здесь еще скорость, соответственно, можно регулировать, да? Вот в этой штуке. Ой, девочки, все, я довольна, как я не знаю что. Ну, давайте что-нибудь с вами приготовим, да? Вкусненькое сегодня. Ну, я как раз решила сделать картофельное пюре своим вот этим погруженным блендером. Как раз испробовать. Здесь идет в нем титановое лезвие, поэтому как раз-таки его решила испробовать. Я еще тушу мясо, и картофельное пюре с мяском будет отлично. Вот, я уже положила сюда молоко, и сейчас буду все измельчать, потом перемешаю. Так что вот так вот достаточно быстро все он делает. Одной рукой, конечно, не очень удобно. Быстро, и за счет того, кстати, что он такой достаточно тяжелый, делать пюре не составляет вообще никаких проблем. Вот, так что мне очень понравилось. Вот такая вот у меня пюрешечка получилась, прям без комочков. Идеальное пюре, можно так сказать. И забыла еще показать, вот этот нож, он специально идет для колки льда. Вот, так что вот такой вот у меня классный набор. Подставочка под насадки. Я довольна, не могу, девочки. Каждой хозяйке, конечно, новая техника, это вообще. Вот, ну, пюре такое у меня получилось. Оно на самом деле идеально, без комочков. Так что, девочки, вот такой вот я себе сделала подарок. Мне так он понравился вообще. Я не знаю, прям есть вдохновение готовить, готовить, готовить всего. И прям вообще, не знаю, прям настроение поднялось вообще очень сильно. И я очень этому рада. Давно, на самом деле, надо было себе купить хороший блендер. Вот, и пюрешечку я такую делаю жидкую, потому что у меня такую любят дети. Именно, чтобы она была такая жидковатая, без комочков. Вот, что и как раз получилось вот этим блендером сделать, потому что там титановое лезвие и, наверное, прослужит мне вечность просто. Я этому, конечно же, безумно рада. Все ссылки, кому интересно, я оставлю вам внизу в инфобоксе, обязательно переходите, посмотрите, но восторгу моему нет предела. Ну, а я на сегодня буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было, самое главное, для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Ставьте пальчики вверх. Мне это очень приятно. Всех люблю, целую и до новых встреч.